Всем привет! Сегодня у нас очередной рецепт от нашей подписчицы. Мариночка, спасибо тебе большое. Рецепт неожиданный. Будем готовить, и утверждает наша подписчица, что это неожиданно вкусно и просто необычно. Для этого нам понадобится сок любого фрукта. Вы можете даже взять компот. Вот съели фрукты, а водичка осталась сладенькая, вот можете использовать. Мы сегодня будем использовать апельсины. Наши. Вот такие у нас уродились в этом году, крупные достаточно апельсины. Итак, апельсины мы собрали. Вы приготовьте сок, что вы хотите. Для этого рецепта нам понадобится сок 400 мл. Манная крупа, здесь 2 столовые ложки неполные, это примерно 25 грамм. И щепотка соли. Теперь, что я сделаю? Я отожму сок 400 мл и дальше покажу. Замечательный апельсин. Сок 400 мл. Переливаем в кастрюлю с толстым дном, сотейник. Если вы хотите, вы можете этот сок процедить. Мы решили, что мы оставим так. Теперь сюда мы добавляем щепотку соли. Соль у меня крупная, это ничего страшного. Сейчас мы доведем сок до кипения, и соль растворится. Все, теперь нужно дождаться, пока сок наш закипит. И будем добавлять манную крупу. Так, сок начинает закипать. Высыпаем аккуратненько манку. Ставим огонь на минимум. И при постоянном помешивании варим примерно 5 минут до загустения. От плиты уже не отходим. Итак, прошло 10 минут. Масса начала загустевать. То есть в рецепте там было 5 минут, но я варила 10 минут. Все, огонь выключаем. Теперь эту массу нужно полностью остудить до такого прохладного состояния. И подготовьте или блендер с венчиком, или миксер. Будем дальше там взбивать. Масса остыла. Переливаем в емкость, в которой вы будете взбивать. Постарайтесь, чтобы стенки емкости были достаточно высокие. И на высоких оборотах миксера, блендера взбиваем до такой, чтобы масса побелела. Итак, масса посветлела, но она такая белая прям не стала, она такая кремового цвета. Теперь нужно разлить формочки, в креманочки, ну все, что у вас есть. Вот так. Значит, этот десерт, он подойдет тем, кто на закрепе, тем, кто придерживается правильного питания, но не на дюкане. И так побалуйте своих близких. Ставим на 2-3 часа в холодильник. Вот смотрите, вот такой десерт застыл в холодильнике. Так как сок был, в общем-то, с мякотью, мякоть отделилась. Но Леша вчера его съел с удовольствием. Он сказал, что это такое нежное суфле облака. Очень-очень вкусный, нежный десерт. Вот, посмотрите. Вот. И тут даже намека нет на манную крупу. Очень-очень вкусный. Так как я нарушила технологию, я решила исправиться. Поэтому сейчас мы тот же сок апельсиновый, мы его через ситечко процедим и приготовим тот же самый десерт, но сок у нас будет прозрачный. На качество, на вкус это никак не влияет. Но давайте мы с вами исполним все, как оно должно быть. И результат я вам все покажу. Здесь у меня 200 мл сока и 1 столовая ложка манки. Также 5 минут. Вы знаете, он уже так загустевает хорошо. Я сварила, остудила. И теперь я буду взбивать миксером. Вот одну лопасть я сделала для тех, у кого венчика нет.
По времени минут 10 взбивайте. Ну вот, взбили мы в течение 10 минут. Также перекладываете в формочку и в холодильник. Оставьте в холодильнике, знаете, на ночь, чтобы уже точно все это застыло. Вот так. Итак, смотрим. Мусс, который я сделала из сока без процеживания. Тут отделилась мякоть сока и сверху вот такая воздушная пенка. Леша пробовал, я тоже попробовала. Очень вкусно. Я вчера вам об этом говорила. Снимаем видео 3 дня. Так, сейчас другую ложку. Этот десерт я сок процедила. Он более густой, больше похож на такой мусс. Сейчас будем пробовать, Леша. Угу. Да, гуще. Прям... Он прям гуще и такой вот крем. Вот знаете, как апельсиновый курд получился. Только апельсиновый курд, там очень много ингредиентов, и масло, и желток яичный, и все. Вот сделайте обязательно, и вы удивитесь результату, удивитесь, насколько это вкусно. В пирог можно слои делать. Да, можно даже как крем, наверное, вот в какие-то пироги, торты и так далее. В общем, рецепт рабочий. Приготовьте обязательно. Это он такой легкий, воздушный. Думаю, вам всем очень понравится. Всем приятного аппетита. Спасибо Марине. Спасибо Марине за рецепт. Всем пока.